Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня решил рассказать еще раз о браге, а точнее о компоте. Часто в различных группах ВКонтакте по нашему хобби встречаются такие вопросы, как «Отдали много старого компота, что с ним делать?» Как быть, либо испортился компот. Вот у меня имеется вот так вот в 3-литровой банке яблочный компот, и он забродил. Ну, не пропадает же добро, если есть возможность его сбродить. Ну, начинаем. Для этого нам понадобится дрожжи. Вот у меня уже отмерено на весах 20 грамм дрожжей. Сахара 600 грамм, ну и вода, чтобы долить. Смешиваем. Сахар я не инвертирую. Засыпаю сразу же. Сейчас размешаю. И он должен у нас. Доливаем водичку. Дрожжики наши. Воду. Ну и все, фактически наша брага готова. Осталось дождаться, когда она перебродит, и перегнать. Так, прошла неделя, мой компот отбродил и готов к перегону, чем я сейчас и займусь. Ну вот, закончилась перегонка бради из компота. Спиртуозность 67, объем получился 600 миллиграмм. Пока перегонялась, сделал гравировочку, разметку на банке. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Понравилось видео — ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу в одноименную «Самогонщик с Урала». До свидания.